Здравствуйте, товарищи! У нас очередное занятие по очень интереснейшей, труднейшей и глубокой проблеме философского учения о сущности явлений. Обратите внимание на формулировку. Не о сущности, а о сущности явлений. Сущность никогда не может быть взята одна. Почему? Потому что природа ее не положительная, а отрицательная. Что значит отрицательная? То есть, как бы, это не значит, что она плохая. Потому что, скажем, например, отрицание капитализма, то есть революция, это положительное явление. Вот. И, скажем, другое. Отрицание своего незнания тоже положительное явление. То есть человек, который что-то изучает и двигается вперед, он отрицает низкий уровень знания и все время отрицает, и отрицает, и отрицает, и никак не может успокоиться. А вот человек, который перестает отрицать, то есть считает, что ну все, я все знаю, больше ничего не надо делать. Или, если это не человек, а целый класс, или руководство партии, как Хрущев на 22-м съезде, что у нас классовая борьба прекратилась. А что такое классовая борьба? Отрицать надо. Класс передовой должен отрицать те действия, которые порождают вот эти остатки неравенства социального и попытка превратить эти остатки не в остатки, а в какое-то целое, то есть образовать снова возвратное классовое образование. Вот. Классовая борьба прекратилась. А раз классовая борьба прекратилась, то что нужно сделать? Значит, надо диктатуру пролетариата убрать. А диктатура пролетариата – это что такое? Есть ее положительное выражение. Два определения есть. Одно в великом почине – вот это такое позитивное определение диктатуры пролетариата, что это научное, латинское, не складывается из двух понятий – диктатура и пролетариат. Нет. Это цельное понятие диктатуры пролетариата, поскольку она может действовать и тогда, когда уже пролетариата нет. Правильно? Как такового, как лишенного собственности. А наоборот, есть рабочий класс, который уже обладает собственностью. Так вот, звучит это у Ленина так – диктатура пролетариата есть. Это научное латинское историко-философское выражение означает вот что – только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Вот они выделяются все. В состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Но это понятие у некоторых протест вызывает из-за отрицания. Оно отрицает, что все могут одинаково руководить. Не все могут одинаково. И люди, которые даже на заводах собраны, в капиталистической индустрии, и они тоже далеко не все могут руководить. Но если люди, так сказать, находятся в дороге все время, в транспорте, или, скажем, они, так сказать, могут действовать коллективами в два человека, как на железнодорожном транспорте, машинист и помощник машиниста. Вот есть там и профсоюз соответствующий, но он слабый не потому, что, так сказать, плохие там руководители, ну потому что как вы сорганизуете? Все время они в пути, и на связи находятся двое. Один в это время занимается управлением движением, а второй смотрит за тем, чтобы что-то не случилось с первым. Потому что представьте себе, он заболел, голова закружилась, а там у него 20 вагонов, груженных там нефтью или груженных, так сказать, какими-то веществами. Вполне возможно, что и радиоактивными. Так что это очень тяжело. Только вот это такое определение. Оно позитивное. Это руководящая роль класса, так сказать. Городских, фабрично-заводских, рабочих. А есть другое определение, которое я бы назвал сущностным. Другое определение в детской болезни левизны в коммунизме. Что, как там говорится Ленином? Диктатура пролетариата есть упорная борьба. Что такое борьба? Борьба – это отрицание. Правильно? Утверждение с отрицанием. Не просто отрицание, а такое утверждение, которое... Утверждение нового с отрицанием старого. Упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Силы и традиции старого общества есть, пока классы еще остаются? Есть. При социализме есть еще стремление дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше? Есть. А мы, говорит, бороться мы не будем. То есть огромная армия политическая и КПСС, огромная, значит, с решением своего съезда объявила, что мы больше бороться не будем. Классовая борьба прекращается, она уже прекратилась, она заявила.
Ну, это хорошо бы, вот сейчас бы я сейчас заявил, что на этом лекция закончилась, а вы там будете смотреть, не будете смотреть, это ваше уже дело. Классовая борьба прекратилась, а где она прошла? Она может прекратиться, когда не будет классов, когда они полностью будут уничтожены, а они уничтожены только в основном. И даже по этому вопросу, вот как раз без учения сущности трудно понять то, что говорит Ленин. Вот как говорит, это социализм – это классовое общество или не классовое общество? Классовое. Классовое, да? Это вы у кого прочитали? Ну как у Ленина говорится в «Великом почине»? На это, по этому вопросу что говорится? Ну, люди, которые еще не изучили это, вы здесь и присутствуете, к вам-то претензий нет, вы же как бы, а мы и есть изучающие, мы отрицаем свое незнание. Мы за этим и пришли. Социализм есть уничтожение классов. То есть как относятся классы, Ленина классы и социализм. Социализм, так сказать, уничтожает, пожирает, ликвидирует классы. А классы? А что, обратной нет тенденции? Что вот только в одну сторону борьба идет? Никогда не бывает. Значит, есть другая борьба, возвратное классовое образование, что у нас, собственно, и произошло. Поэтому нельзя. Что, можно считать, что все закончено, построение полного коммунизма? Нет. Говорит. При этом люди, которые вот не изучали, не ходили в Красный университет и довели эту самую науку нашу и пропаганду до такого состояния, что вот такие нелепицы были вроде того, что вот скоро будет через 10 лет первая фаза коммунизма. Когда была первая фаза коммунизма в СССР построена? В 1922 году. В каком? В 1922, нет? Откуда у нас такие сведения? Вот интересно. Когда закончился переходный период от капитализма к чему? К социализму. А социализм – это что? Коммунизм не полный. Ну, коммунизм. Полная, не полная. Я спрашиваю, это кастрюля или нет? Вы говорите, она не полная. Но я спрашиваю, это кастрюля или ведро? А вы говорите, она же не полная. Ну, к коммунизму был переходный период? Когда? Когда коммунизм наступил в СССР? Не наступил. Здравствуйте. Ну, он наступил в первой фазе. Ну что, умный в первой фазе дурак, что ли? Да, так что ли? Ну как так вы рассуждаете, да? Как вот, это вот о чем говорит, что мы не умеем применять отрицание. Да, это коммунизм с отрицанием. Это отрицание как выражено классиками, теми людьми, которые разбирались в этих вещах и в понятиях, как это Марксом выражено в критике Готской программы. Он вообще слово «социализм» там не употребляет. Вообще. Коммунизм проходит две стадии. Первая стадия. Первая стадия пока – это такой коммунизм, который еще только вышел из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Так определяет Маркс. Он слово «социализм» не употребляет. И вот так у нас сложилось, что за этим закрепилось слово «социализм». То есть социализм – это коммунизм. Какой? Неполный. В первой фазе. Вот сидит человек, так сказать, и так-то его потеряли, социализм, так он и вообще из памяти его хочет потерять. Но если мы потеряли коммунизм, да какой это был коммунизм? Он был в первой фазе, зачем он такой? А что, бывает сразу высший? То есть высшая фаза, как может получиться на основе развития низшей фазы или низшей стадии? А вместо этого нам то, значит, вот нам эту глупость говорили насчет того, что у нас... Коммунизм будет через 10 лет построен, а потом еще через 10 лет будет высшая фаза коммунизма. А это уже вообще ни один из классиков такую вещь не сказал. Кто может сказать, когда закончится этот исторический процесс? Или когда, допустим, в Китае построят полностью социализм? Не знаем. Никто не пробовал строить социализм в стране, в которой 1 400 000 000 человек. Если вам кажется это медленно, то вы лучше быстро восстановите социализм в России. Тут меньше гораздо, и еще и уменьшилось, поэтому упростилась задача. Нету этих 300 000 000, а есть 140. Ну, в два раза с лишним меньше. Ну, задача стала проще, тоже в два раза с лишним меньше. Вот, поэтому люди, которые изучают науку логики, они в этом смысле внимательны, и они таких ошибок не делают. И когда они скажут,
что социализм – это классовое общество. Это такое бесклассовое общество, которое борется за то, чтобы стать полностью бесклассовым. А для этого надо, там написано все, уничтожить различия между городом и деревней, людьми физической, людьми умственного труда. А насчет сроков, что Ленин сказал, это дело очень долгое. Вот и все указания. И никто из умных людей, таких продвинутых, как там Маркс, Энгельс, Ленин, никаких сроков, конечно, писать не мог. Вот такая ситуация. Значит, мы вступили с вами на такую тропу, по которой идти особенно тяжело. Непривычно все, потому что одно дело бытие, ну, бытие нам знакомо. Вы есть, я есть, стол есть, потолок есть, занятия есть, лекция есть, есть. Но с этой съесть далеко не пойдешь, потому что развитие через есть не идет. Развитие идет через отрицание. Ну, поэтому, если мы хотим прийти к категориям развития и не будем изучать учение о сущности, мы ничего тут не получим. Что мы получили в результате изучения бытия? Вот у нас есть книга «Бытия», и вот в книге «Бытия» мы прошли с вами всего три отдела у нас. Качество, количество, мера. Так, и вот мы все этапы развития качества прошли, в том числе и узловую линию отношений меры, которая дала нам возможность, нам, я имею в виду марксистов, в лице Маркса, разработать учение о общественно-экономических формациях. Учение о бытии говорится, что вот меняется, какое количество меняется для того, чтобы изменилась вообще вся жизнь и стала бы форма производства другой. Есть такой показатель? Есть. Как он называется? Какой экономический показатель является вообще показателем исторического развития? Производительность труда. Вот. Он, видите, потому и задержался, что он, в отличие от тех людей, кто здесь так вот просто сидели с пустой головой, а он вот сидел там и уже пришел и, так сказать, реабилитировался. Я просто знал, какой вопрос вы зададите. Производительность труда. Понятно, что вы не скажете, какой нужно достигнуть производительности труда для того, чтобы точно состоялся переход к другому способу производства, а следовательно и к другой общественно-экономической формации. Но, тем не менее, некоторые, так сказать, уже связанные с качеством обстоятельства и количеством, они позволяют нам это сделать. Допустим, производительность труда должна быть такой, чтобы не обязательно было жить и работать всем вместе, а можно было бы некоторой семье не работать, а на нее будут работать те люди, которые захвачены в бою. Кто? Пленные, противники этого племени. Да как пленники обычно, их судьба была очень проста, их закалывали и все. Но если они могут обеспечить столько продуктов, что хватит не только на их прокормление, а еще и на прокормление тех, кто не будет работать, то тогда и смысла нет их закалывать. Лучше пусть они работают. Поэтому, значит, и всем хорошо. А эти, значит, которые попали в плен, они живые остались. Так, ну, стали рабами. То есть, он, почему его можно убить в любой момент? Да потому что он враг, он, так сказать, побежден. А если бы вас победили, то с вами была бы такая история, и состоялся переход к рабовладению. Ну а как состоялся переход от рабовладения к феодализму? Наверное, на основе развития производительных сил. А в чем выражается развитие производительных сил? Производительность откуда? И вдруг, так сказать, прекрасные государства, великие, стали разрушаться. Почему? Потому что этот процесс остановился. На рабском труде далеко не уедешь. Если, так сказать, люди будут работать только на том основании, что они рабы, что их могут в любой момент убить, то они в средствах производства видят не то средство, которое надо поддерживать, использовать и совершенствовать, а средство своего закабаления. А раз это средство закабаления, ломать надо его. Вы придумали там, у вас науки, искусство, вы привели машину, а мы как-то сделали, что она сломалась. Или поработала, и тоже опять сломала. Потому что если у вас машина будет работать, то еще хуже будет рабам.
Значит, состоялся переход к феодализму, а дальше, так сказать, вы имеете дело с крепостным крестьянином, а не со свободным работником. Поэтому следующий шаг к прогрессу в росте производительных сил и развитии производительности труда – это переход от феодализма к капитализму, где лично свободен рабочий. Вот, пожалуйста, вы лично свободны. Поэтому приходит начальник, вам говорит, ну все, вы с сегодняшнего дня свободны, до свидания. Вы нам больше не нужны. То есть свободны от чего? От всего. То есть нет никакой личной зависимости, но никто и не думает о том, как вы будете жить и будете ли вы жить вообще. Но все равно, так сказать, капитализм же развил производительные силы. Ну и следующая стадия, понятное дело, что если я работаю на дядю, это одна производительность труда, а если мы работаем все вместе на себя, то это другая производительность труда. Был Советский Союз, он и показывал чудеса темпов роста. Сколько нормально было для Советского Союза? 20% в год. 20%. А сейчас? При Сталине. А сейчас? Да, при Сталине. Не при Сталине, а при социализме. При Сталине было и в переходный период, и тогда не было темпов роста. И при Ленине не было таких темпов роста. Очень тяжело было и трудно. А вот когда социализм под руководством Сталина был построен, коммунистической партии, вот тогда были высокие темпы роста. Но за счет чего? За счет того, что все механизировали, и уже не частные какие-то отдельные там работали, какие-то хозяйства на селе, а были коллективные хозяйства. Эти коллективные хозяйства через систему контрактации и машино-тракторные станции, которые принадлежали государству уже, они входили в общую систему производства, потому что все механические работы, все сложные работы, вспашка, уборка, посев, подкормка и так далее, все было сделано машино-тракторными станциями, а вот ручные работы колхозниками. А в итоге по твердым ценам колхоз вставал. То есть это была форма планомерного такого включения в единый поток развития общественного хозяйства. И в итоге такие бурные результаты, которые позволили стать второй по существу страной мира и, так сказать, стать той страной, которая разгромила фашизм. Никто не мог разгромить фашизм. А, значит, наши союзнички, там, Англия и Америка, они петляли там по Африке, по Азии, подбирали, так сказать, всякие там колонии, которые были у немецких или у японских империалистов, чтобы забрать их себе. А их все время звал товарищ Сталин, который с ними договорился, что они в 1942 году откроют второй фронт. Но они его открыли тогда, когда увидели, что и без них придут, и без них победят, и надо успеть к пирогу, как победному. И они успели. В 1944 году уже открыли фронт. Вот это, так сказать, разбиралось, можно сказать, можно разбирать на основании учения о бытии. Там это как раз узловая линия отношений и меры, и вот это же самое мы и видим в развитии общества в целом. И в чем гениальность Гегеля? Он разработал такие философские, так сказать, категории и такие понятия, которые могут применяться где? А где применяются философские понятия? Везде. Везде. Смотрите, он здорово подготовился. У него даже эта маска, чтобы много не говорить, чтобы она его сдерживала. Ваши лекции просто хорошо запоминаются. Вот, видите, наконец-то вы сказали что-то хорошее. А то все пустяки там по науке. Да. Ну вот. Так что, а здесь мы... Куда мы теперь движемся, вот, если мы закончили учение бытии, и бытие, так сказать, стало уже, так сказать, неразличимым. Все мы там, все различия, какие были, все разобрали. Поэтому последняя категория учения бытии, мы ее, так сказать, не затрагивали и даже не называли – индифферентность. Ну, индифферентность – это, так сказать, как-то вот у нас по-русски звучит, там, и слово-то иностранное, а по-русски звучит примерно с таким смыслом, что вам все безразлично. Ну, так вот и здесь такое безразличие. Вот бытие и все. Ну, надо когда-то, кроме этого бытия и все, заглянуть внутрь этого бытия. А как заглянуть внутрь? То есть надо его отрицать. Поэтому самое простое определение сущности какое? Отрицание бытия. Но если я отрицаю какое-то конкретное бытие, я буду просто... То есть если я отрицаю, так сказать, хочу себя возвысить, так сказать, я не бревно. Ну, не сильно я себя возвысил. Я не чурбан, там, я не камень.
я так могу долго отрицать, вот, а тут речь идет об отрицании какого бытия? Не какого-то конкретного бытия, а об отрицании бытия, сферы бытия вообще. То есть, а что является сферой отрицания вообще? Вот это и надо разобрать в учении. Вот это отрицание сферы бытия или категория, которая является отрицанием бытия. А мы уже с вами кое-что знаем из философии. Знаем, что никакого другого отрицания, кроме как снятия, философия не признает. Правильно? Потому что снятие – это означает отрицание с чем? С удержанием чего? А всего того, что было. То есть нет такого отрицания философского, которое сводилось к тому, чтобы растоптать, превратить в ничто и так далее. То есть и ничто философское вовсе не является пустотой, а является именно отрицанием. Ничто или просто не. Так вот, определение сущности очень простое – это отрицание бытия. И вот мы, значит, вооружившись этим простым определением, начинаем изучать сущность и говорим, вот берем бытие и берем его отрицание. А раз мы берем его отрицание, так его отрицание – вот эта сущность, а от этого вот слева бытие. И что получилось? Это Гегель называет рядоположенностью. Получилось у нас не то, что надо. Мы хотели, как вот вы нас призвали, что надо вглубь идти, а у нас получилось, что на столе лежат одно и второе – бытие и отрицание. Значит, это два бытия. Только одно называется, и для этого Гегель приготовил название. Существенное название для другого – несущественное. Существенное и несущественное – это два бытия. Никакого движения нет. Поэтому, а как может быть движение? Только через осознание того, что тут нет движения, если только мы берем деление на существенное и несущественное, а мы отрицаем, что это, так сказать, конец, что мы достигли сущности. А мы, раз мы обнаружили, что мы находимся в сфере бытия, а думали, что мы вышли из нее, значит, надо еще раз отрицать. И что у нас получается? Мы отрицаем, но какое бы ни появилось снова бытие, что мы должны с ним сделать? Отрицать. То есть изображение, ну как бы логическое изображение бытия – это бесконечное отрицание. Все, что вы узнали, в том числе все, что узнали в Красном университете, надо брать с отрицанием. Почему? Потому что не бывает такого познания, которое познание абсолютное, когда вы все познали. Всегда, можно сказать, во всяком случае, мы отрицаем конечность того, что мы познали. Мы всегда двигаемся дальше. Раз мы двигаемся дальше, значит, мы не останавливаемся. Что значит не останавливаемся? Значит, мы отрицаем то, что мы вот мы пришли, радовались, мы постигли, изучили бытие. Ну и что вы с этим бытием будете делать? У вас есть бытие головы, а мозг? Ну, можно сказать, бытие мозга. А ум есть у вас? То есть, ну ум-то есть. А какой ум? Сильный, слабый? И так далее. То есть здесь, а какое отрицание? Сколько, как бы вы ни углублялись теперь, вот вы, так сказать, погружаетесь в бытие, он говорит, о, мы уже где? Уже какой горизонт угольный? Сейчас будем антрацит добывать. Так вы будете, а дальше пойдете? На этом остановитесь? А дальше-то тоже есть, там еще металлы есть, а там, говорят, магма там есть внутри. Вы добрались до нее, нет? То есть нет предела этому отрицанию, оно безостановочное, то есть отрицание, потому что все, на чем вы остановились, тогда выступает не как бытие, то есть не как отрицание, а как бытие. А раз оно выступает как бытие, опять не то, все не то. Все, что мы взяли и то, что держим, это опять бытие. Значит, надо рассматривать бытие, как надо его рассматривать, как постоянное движение, как движение, которое отрицает всякое бытие. Всякое неподвижное оно отрицает. Бесконечно. Бесконечно отрицает. Что значит бесконечно отрицает? То есть, ну, как только вы на чем-то остановились, сказать, ну, вот я познал, все, молодец. Молодец. Но это мало. Это недостаточно. А что такое недостаточно? Слова «не», видите здесь? Ну, все. Значит, это отрицание. Вот если пока есть это отрицание, человек движется вглубь. Куда он вглубь движется? Он познает сущность. Ну и можно в этой познании сущности поставить какую-то границу и сказать, что вот мы все пришли. Да мы и про границу-то знаем, что ее переходят. Поэтому этому движению конца нет. Вот это бесконечное отрицание, это и называется рефлексия.
А что такое рефлексия? Рефлексия – это же отрицание. Если вот между перед вами поставить зеркало, вот я посмотрю в этом зеркале, и вот я также у вас увижу. Но если у вас значок справа, тут слева. Ну, вам-то какая разница, слева, справа, это же вы. Хотя вот если это разбить, так сказать, выяснится, что это не вы, а вы останетесь целым. То есть отражение. Рефлексия – это что? Рефлектор видели? Раньше все время такой нагреватель продавали круглый, и здесь нагревательный элемент, и вы включаете его, если вы туда газету не кидаете и папиросы, все хорошо. А если кидаете, оно загорается, и поэтому их перестали производить, эти самые рефлекторы. Сейчас по-другому делают, внутрь впаивают, так сказать, элемент нагревающий, дальше идет сплошной песок к силициуму-2. Безопасно, 70 градусов, вешай его, оставляй, и все будет хорошо, пожара не будет. Познание идет вперед. Ну вот, поэтому то, с чем мы имеем дело во всей сфере бытия, о чем бы мы ни говорили, о каких категориях ни шла речь, все должно быть взято как что? Как отрицание, а не как бытие. Понятно это? Вот вы как отрицание, это что значит? Вы взятые как отрицание, как вас изобразить, как величать? Моя сущность. А? Сущность. Ну, конечно, сущность, да. Но вы, если я просто сказать, я вот тут пришел, я сижу, я есть, это я вижу. А в чем ваше это, отрицание это ваше, в чем? Что вы здесь собираетесь отрицать вот в Красном университете? Вы же за отрицанием пришли или нет? Да. Ну, так что вы собираетесь отрицать? Что, самоуничтожением будете заниматься, что ли? Нет, а что вы собираетесь отрицать? Давайте говорите. Нет, ну и уничтожение собственного незнания, это тоже некоторое отрицание. Ну, видишь, как он сформулирован, хитрый такой там сидит. Это мы с ним договорились, он так сидит, прикидывается, что он ничего не знает, и говорит, и так иногда так. Да не прикидывайся. То есть уничтожение того уровня, даже тут можно, вы когда если двигаетесь вперед, вы познаете же? Раз вы познаете, то вы, значит, отрицаете тот уровень познания, который у вас есть. Как только вы перестали его отрицать, значит, все, вы дознались. Развитие прекратилось. Развитие прекратилось. Все. Зачем я буду? Я уже все знаю. Посмотрите на меня, я все знаю. Как сразу скажут, как только увидят, что я такое скажу, как, ну, значит, был нормальный человек, оказался дурак. То есть человек, который считает, что он все познал, но он даже не познал того, что все познать нельзя. Вот. Поэтому рефлексия, вот тут целый раздел про эту рефлексию, она, так сказать, выражается такими категориями, как видимость. Вот по-видимому вы красный. Тут сразу начинается проверка. По-видимому, значит. Вы красный, одели эту одежду, чтобы думали, чтобы все поняли, что вы красный. Или вы наоборот одели, что с виду я красный, пусть думают, что я красный, а я буду делать свое белое. Видите, у меня там белые полосочки, вот это моя сущность. А красная – это так для этого. А у него вообще черная сущность вот это вот. Черная у него там, как углубишься в душу, и там черное что-то такое страшное. То есть видимость – замечательная категория, видимость. По видимостью, вот, так сказать, люди… Хоть поплыли на лодке и не знают, они куда плывут. И думают, что они гребут к берегу, а там туман был, они все дальше и дальше. А потом поднимется буря, и их перевернет, и погибнут. Сколько раз это было? А по видимости мы плывем туда, куда надо. То есть, что такое видимость? Видимость – это не знание, а это отрицание. То есть, если это видимость, то это кажимость. Кажимость, видимость. А эта видимость может в видимости сущности, а может быть, видимость ее отсутствие, так сказать, непонимание этой сущности. Поэтому это, надо эту категорию знать, видимость, чтобы себя не обманывать. У вас спрашивают, вы туда идете? Да, по-видимому, туда. Бум, пришли мы туда. А когда пришли? А уже все, а уже теперь все закрыто, уже темно, и никакой транспорт не ходит, и вот через город идите себе. По-видимому. Так. И вот, значит, есть, это выражается в разных видах рефлексий. А, ну, какие? Эти рефлексии надо же различать? Определенные сущности или определение рефлексии, такой различие, вторая глава первого отдела. А какие? Ну, вот, предлагается рассмотреть тождество. Что такое тождество?
Вот есть что-нибудь? Тождество? Вы тождество понимаете как равенство или нет? Нет. Нет, а что? А как что? То есть вам это как равенство не подходит? То есть как неравенство подходит? Ну это не равно же. А? Ну тождество это не значит, что равно. Я не спрашиваю, как, что оно не то. Ясно, ясно, что оно не бревно. А что это? Тождество. Тождество различного. Вот, тождество различного. То есть без рефлексии, то есть без противоположного категории вы ничего тут не объясните. Вот, видишь, он тут прикидывался, что он не знает. А тут раз, потому что говорит, мелкие были вещи, чего выступать там по мелочам. Это вот для них. А я вот как доходим до серьезного уже, до сущности, тут я выступаю. И никакие я не одеваю там рубашки, чтобы светиться. А вот дошло тут незаметно, так раз-раз и пошел. Так. Тождество. То есть это всякое тождество – это тождество различного. Вот это надо, как говорится, ну, я бы сказал, хоть это и диалектично, но зарубить лучше его на носу. Почему? Потому что никакого другого тождества не бывает. Ну вот вы знаете, что вся математика построена на формальной логике. Там нету такого. Там если равенство, так оно равенство. Но если я рисую на доске 5 равно 5, вы же видите, что это пятерка слева, а это пятерка справа. И как бы вы ни рисовали, никогда вы не нарисуете вторую пятерку точно такой же. Она же смело состоит, и смелом по доске шуршали. Ну, тем более сейчас есть у нас спутники там, которые регулируют, так сказать, движение наших таксистов. Они там ведут их прямо, куда их надо, к дому. Так с точки зрения вот этого самого спутника, эти две пятерки-то разные, они же на разных точках находятся. Правильно? Ну, если они различают звездочки на погонах со спутников, то, наверное, две пятерки-то они различат. Это разные пятерки-то. А эта пятерка имеет вот столько градусов широты, так сказать, и минут долготы. А вот это вот столько. То есть, какое бы вы тождество ни брали, тождество всегда. Тождество чего? Различное. Тождество различное. И никакого другого тождества нет. То есть вот тут мы резко с вами расходимся с формальной логикой. Не в том смысле расходимся, что мы предлагаем ее выбросить. Нет, она вот для грубых всяких вещей, для той сферы, для которой она, так сказать, хороша, вот она используется. Но на самом деле думать, что тождество – это просто равенство, ну это какая-то глупость. Ну как может быть равенство – это слева, это справа. Или все люди равны. Ну как люди могут быть равны, если это люди? Что, их штампуют, что ли? Это ужас какой-то, если все люди будут равны. Кошмар. Все на одно лицо. Кстати, ни мужчин, ни женщин не будет, потому что уж обязательно, раз все люди равны. Какие женщины? Или какие мужчины? Мужчины вообще не нужны. Короче говоря, вот мы пришли к таким категориям, которые легко, нетрудно понять. Но запомнить надо твердо, что тождество – это тождество различного, а различие – это различие чего? Тождественное. Когда пара расходится, она говорит, мы разные люди. А вы когда женились, думали, вы одинаковые? Вот они через 10 или 15 лет вдруг они говорят, мы разные люди. Их спрашивают, а чего вы разошлись? Мы разные люди. Так только разные могут жениться, а как могут жениться не разные? А сейчас вот есть не разные. Сейчас у нас, пожалуйста, у нас два этих наших молодых человека поехали в Швецию, заключили брак, потом пришли сюда в МФЦ, сказали, вот у нас паспорта, вот у них там, поставьте нам тут штампы паспорта, потому что вот документ, что мы... Ну, те сказали, мы тут МФЦ, нам тут... Потом выгнали этих, которые наставили им штампы. Ну, конечно, правильно. Но не сразу. Вот, так что, а почему они? А это вот целая, то есть, компания людей, которые никак не понимают, что равенство в обществе, то есть тождество, это тождество различного. И равенство людей, ну вот такое может быть, что, дескать, скоро будет полный коммунизм, все люди будут равны. А можно сказать так, что тождество... А вот посмотрите на меня, вот я тут самый старший, и вот, так сказать, у меня и борода есть. Вот все будут такие, как я. Здорово будет, да? Не очень. Не очень здорово, когда все будут люди, все равны, да? Или вот будут как вы? Может. Я даже не знаю. Ну, еще если как Диана, то ладно, как-то хорошо. Отрицать ничего.
А? Отрицать ничего. Так, ну, а различия? А можно сказать, что тождество относительно... Чего вы относить собираетесь? Оно не относительно. Абсолютное тождество вообще. Любое тождество, самое абсолютное, это... Зачем? А как? Ну, я же уже сказал, тождество различного. Только различное может быть тождественным. Другими словами просто. Так в этом и суть-то истины, в том, чтобы подобрать те слова, которые этой истине соответствуют. Они не выдумывают такие слова. Вот для этого существует наука, уже выдумано это. Мы изучаем уже научный труд, а не придумываем, как бы мы назвали. Вы тогда сделаете свою науку логики и потом называйте. Ну, кто это разработал? Или Маркс разработал категорию прибавочной стоимости? А давайте мы не будем не прибавочной, а добавочной стоимости. Ну, давайте. Добавленная. И так далее. Ну, это уже совсем другая, так сказать, категория и так далее. Значит, речь-то идет о тех понятиях, которые широко используются. Тождество – это всегда, только это не видно. Это надо запомнить, потому что это можно понять научно. И нетрудно понять, что тождество есть тождество различного. Никак, вы не приведете ни одного примера. И как Гегель, отвлекаясь, говорит, что когда узнали дамы при дворе одном, что, оказывается, тождество различное, они пошли сравнивать листики на деревьях, которые тут, и на кустах. И действительно, они нашли двух листиков, которые бы полностью совпадали. А так-то, ну вот видите, клен, ну все листья клена одинаковые. Что значит одинаковые? Это значит, они различные. А кажется, что они абсолютно равны. Кажется. А кажемость – это что такое? Это отрицание этого вот истины. Кажемость, видимость. Вы хотите быть по-видимому умным или умным? Вы решили, то как-то определитесь, товарищи. Или по-видимому. У вас видимость-то, а вот по-видимому у нас много. Вон, Горбачев, по-видимому, думал, видимость была, что умный, а дурак дураком, кроме всего прочего. Кроме того, что он подлец, он еще и дурак. Да он ничего не смог сделать уже в то время. Почему? Он очень много сделал, он занимался уничтожением социализма. Да. Как это не мог сделать? Он мог сделать. Что? На двух стульях он хотел. Нет, он хотел, он не на двух стульях, он их не хотел, он и занял второй стул, он был генеральным секретарем и занял еще стул президента. То есть для того, чтобы разломать социализм, нужно было сосредоточить в руках, как и Хрущев был первый секретарь и председатель Совета Министров. Это правильно он сделал на двух стульях, чтобы сломать социализм, надо захватить, так сказать, ключевые рычаги власти. Вон на двух стульях. На двух стульях. Или вы что-то коммунистическое в деятельности нашли Горбачева? Нет, дело в том, что плановая экономика уже изжила себя к эпохе Горбачева. Да. И он искусственно пытался ее стабилизировать. Она не изжила, ее продолжали уничтожать. Плановая экономика с 1965 года планомерно уничтожалась в соответствии с постановлением ЦК и Совмина, которое принято было Октябрьским пленумом в 1965 году. Вы считаете, оно уничтожалось? Хрущевская реформа не нужна была? Хрущевская реформа была до этого. А экономическая реформа, кому нужна? Ему нужна была. Стране нет. Ну, стране, конечно, не нужна. Что такое? Я такого класса страна не знаю. Если вы знаете, я рад за вас. А у нас было бесклассовое общество, Михаил Васильевич. У нас было бесклассовое общество, в котором рабочий класс был передовой. Я чувствую, вам не нравится передовая роль рабочего класса. Да, нет. Ну почему? Я сам рабочий класс. Да, это вы можете быть 100 раз быть рабочим и быть против рабочего класса. Да почему против? Ну почему сразу? А потому что мы увидели, что сюда пришли рабочие немецкие фашисты и убивали наших детей. Это да. Поэтому не надо думать, что наличие, что просто, так сказать, рабочие, это, так сказать, извиняет от всего. Вот в этой как раз трагедии рабочих, если они рабочие, а начинают впитывать. Они не осознавали, что творится, рабочие, которые пришли, так, убивать сюда. Так, значит, здесь сейчас лекции, а не семинар. Да, у нас еще консультации будут. Да. Пока, поэтому конечно, сейчас конечно. Я не против того, чтобы, так сказать, пообсуждать. Но сейчас я читаю лекцию. Во время лекции, к сожалению, может быть, для некоторых, так сказать, ну, лектор должен говорить, остальные отличаются от лектора, скажу так. Различия же есть тут тоже. Так. А различие само различается. Есть различие,
которое является безразличным. Оно выглядит примерно так. Вот мы с вами разные люди. Что я сказал? Я что-нибудь про вас плохое сказал? Мы разные люди, да? Ну не будете сказать, что мы с вами один этот сиамский близнец с двумя головами? Не будете говорить. Мы разные люди. Все тут стоят, присутствуют разные люди. То есть это что такое разное? Разное. Во-первых, разные люди – это, во-первых, та же самая конструкция. Это люди, то есть они тождественные, но при этом они различаются. А чем эта категория не говорит? Просто разные. Ну вот мы здесь пришли, собрались. Во-первых, я вас поздравляю, что мы все люди. Это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Всем да приятно видеть людей, да? Но мы все разные. Все. Давайте на этом все и завершим, дескать, и разойдемся. Мы все разные люди и пойдем в разные стороны. Кстати, после лекции мы и пойдем в разные стороны, так что мы недалеко от, так сказать, того ушли, что будет происходить. Вот. Но одно дело разное, а другое дело мы всякую разность делим с помощью категории отрицания. В этой сфере сущности господствующей категории является категория отрицания. Если мы с вами разные, значит, я вас отрицаю, а вы меня отрицаете чем-то. Вот надо разбираться, чем. Значит, раз мы... А во всяком отрицании есть противоположность. А в чем она, эта противоположность, есть? Чтобы была противоположность, надо было, чтобы не просто разные или различные были, а чтобы было единство. Потому что если единства нет, противоположности нет. Вот у нас один стол. Только благодаря этому столу можно иметь дело с противоположностью преподавателя и обучающихся. Правильно? Или у нас единая, так сказать, система. Вот, так сказать. Ну, или даже две системы тут присутствуют, вот Лен.ру и канал Фонда Рабочей Академии. Вот они будут показывать. Ну, так это уже другое, одно дело лекция, а там это то, что там я буду говорить на картинке, это все не в счет. На всякий случай я от этого отрекаюсь. Вдруг там будет что-то такое уже придумано, и моим же голосом будет говориться. То есть, на самом деле, если углубляться в разность, а выяснять, а в чем разность, в чем тут, то мы обнаружим противоположность обязательно. А противоположность не бывает абсолютной, потому что всякая противоположность предполагает единство того, что противополагается. Вот для того, чтобы мы с вами по какому-то вопросу имели противоположные позиции, надо, чтобы вопрос был один. Согласны? Вот с вами мы там по вопросу о роли там хрущевщины в уничтожении социализма в СССР. Надо, чтобы мы имели противоположные позиции, мы взять должны были эту вот проблему одну. А если вы про Фому, а я про Ерему, то мы тут, значит, пожали руки и дружно пошли вперед. А пошли вперед куда? Я в свой вперед, вы в свой вперед. Потому что у нас никакого единства тогда нет. И, наконец, раз это единство противоположностей, то значит, с одной стороны противоположность. А почему? Они же находятся в единстве. Вот у нас одна противоположность, представьте себе, одна. Полюс положительный, полюс отрицательный. Но они в единстве находятся, в единстве. А раз они находятся в единстве, значит, у положительной стороны есть и отрицательная сторона, то есть связанная вот с этим. А у этой отрицательной стороны есть и положительная, поскольку она связана с положительным. Раз, значит, и та, и другая, это одна и та же противоположность, то есть нету двух противоположностей, а есть противоположность, вот это единство противоположностей. Всякая противоположность на самом деле есть единство противоположностей. И вот это единство противоположностей означает, что эти самые разные стороны слились в одну. И что получилось, что у нас, раз все сошлось в одно, это у Гегеля называется противоречие. Противоречие. А что такое противоречие? Ну, если просто в словах выражать, что я одно реку, то есть излагаю, вы другое речете, но это одна у нас с вами беседа. Если я там, а вы там, это не противоречие. Противоречие, когда мы по одному и тому же вопросу
высказываем разные положения. Так вот, противоречия, стороны этого противоречия противоположности, но в силу своего единства они сошлись в одно, и получилось одно противоречие. А раз мы берем противоречие, начинаем теперь рассматривать стороны. Сторона противоречия, она содержит в себе другую сторону, раз она в единстве? Содержит. А другая сторона? Содержит в себе первую, раз она в единстве содержит. Значит, нету никаких сторон, а все это противоречие разрешается, и, как говорится по-немецки, «get zu grunde». «Get» — это идет, «zu grunde» — в основание, опускается вниз в основание. Разрешается в основании. И поэтому вы увидите вот этой самой главой, третья глава, основание. Основание. То есть есть основание, но если есть основание, то оно одно. Одно подозрительно. Не может быть одно. Мы же находимся в сфере чего? В сущности. А отрицание основания что? Это предпосылка. Вот только тогда, когда мы... Или это предпосылка, или условие. То есть мы тогда только можем успокоиться на этом основании, если есть основание и условие. А отсюда великое такое, получается, заключение. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот поэтому Владимир Ильич Ленин так беспокоился, чтобы были созданы все предпосылки революционной ситуации. Все. Вот для того, чтобы это было тогда основой. Вот все условия, когда созданы, то оно может вступить в существование. А вы существование от бытия отличаете? Вот вы есть или просто или существуете? Существую. Существуете. То есть у вас есть зарплата, наверное, еда может есть, да? А если вот у вас нет ни зарплаты, ни еды, ни дома, то вы есть или существуете? Существую. Временно. Временно вы существуете, долго не просуществуешь. Если у вас ничего нет, кроме чего? Кроме вас непосредственно. Вот безработные, их же ставят на биржу труда, и год они что-то получают. А если они через год не нашли, то и про них забывает государство, и все. А если вы умерли, значит, вы неудачник. А если я умер, значит, я неудачник. Это справедливо, значит. Видите, не зависит от того. А если вот у нас товарищ Тюленев миллиардер, он просто хорошо записывает передачи. А мы плохо с вами работаем. Ну и все. Дескать, вы не успешный, а вот он успешный. Видите, вот такие клички у нас ходят. Это все приемчики в классовой борьбе, на самом деле. То есть мы добрались до категории существования. Значит, мы различаем категорию бытия и категорию существования. Какая категория более глубокая, более содержательная? Бытие. А? Бытие. Ну, что вы говорите? Самое пустое. Оно самое абстрактное. Оно, так абстрактное, значит, пустое. Пустое. Абстрактное – это абстрагироваться, это отрицать все остальное, от него оторваться. Оно этим вот этим, чем абстрагируется, связано, конечно, со всем. Безусловно, она в себя включает, но она абстрактная категория. Она быть выражена может только одним словом. Есть и все. Все. Я все сказал. Что вам надо? Вам лекцию нужно? Про сущность? Сущность есть. Вопросы есть? Вопросы потом. Лекция закончена. То есть есть – это очень высочайшая, самая высокая абстракция, хотя и вы тоже правы. В том смысле, что раз она самая высокая абстракция, значит, она абстрагировалась. И если за нее взяться и начать пробираться, так вот мы взялись, пробирались, прошли учение о бытии, уже добрались до категории сущности и добрались до категории существования. Поэтому существование – более богатая категория, то есть, а та – более пустая, хотя та – более абстрактная. А если бытие диалектически сняло все существования, все частные, единичные существования? Нет, не с него. Нет, не с него. Вот как раз вот шли-шли, и наука пришла к этой самой пустой абстрактной категории бытия, и тогда с нее и начал Гегель новое движение к тому. А до этого мы изучали все и располагали, где более сложный, где более конкретный. Самый сложный в конце или в начале? Сложный. Сложное – это сложное из... простых. А начинаем с самого простого, с бытия, с какого? Чистого.
И вот от чистого себя мог... Так вот, для того, чтобы пуститься в этот диалектический путь, для этого надо было сначала пройти дорогу абстрагирования, которую прошло человечество, в лице Гегеля смогло это сделать. И Гегель смог это сделать только потому, что философия у нас как с древних греков развивалась, и те или иные философские истины присутствовали, но не в такой системе. То есть это первая научная система философии, и вообще построение системы – это редкость в науке. Поэтому наук вроде как специальностей много, а на самом деле больших наук немного, потому что наука – это знания, приведенные в систему. А если они не приведены в систему, как, скажем, вот в химии, таблица Менделеева, что можно было найти элемент, уже знать его вес и другие характеристики, не имея вообще его в руках, а потом его открыть. Так вот он. А некоторые говорят, ну он сидел там на чемодане, передвигал картинки, и пока вот до того не передвигал, учитывая атомные веса и так далее, и получил систему. А сколько систем в геометрии? Две? Или через одну точку можно провести только одну прямую? Это одна система на этом геометрии базируется, а другая система Лобачевского на том, что через одну точку можно провести сколько угодно прямых параллельных данных. Ну, понятие там, например, в качестве примера, если сделать, вот вы это нарисуете, одну прямую, а потом, вот представляете себе шаром земной, да, шар большой, и начинаете через эту точку срезы делать, вот круг будет маленький, побольше, побольше. А можете, так сказать, землю раздуть, и у вас, так сказать, кривизна все меньше и меньше. У нас же тоже, если вы по дороге прямой идете, вы же идете по земле, вы на самом деле это идете по кривой. Никто у нас по прямым не ходит. Что вы сделаете прямую? Только самолет может взлетать там с корабля. Так. Так вот, мы сильно различаем существование, а вот существование, для того, чтобы были средства существовать, надо средства иметь, молодой человек. Денег нет, идите работать. Работаете, значит, требуете денег, потому что, значит, не будете требовать, денег не дадут. И так далее. То есть, когда человека спрашивают, вы есть? Существую. Ну, значит, все-таки он чем-то вот пробавляется. А просто есть. Человек, если он пока не умер, он все есть. А когда уже умер, тогда его нет. Тогда он труп. Поэтому это, так сказать, то, что вы есть, ни о чем не говорит. Ну и что, что я есть? Сейчас пришли, мы собрались, я есть. Так, лектор есть, слушатели есть. Лекция есть? Нет. А вот если существование, ну так если я не заговорил, так и бытие-то есть, а лекции-то нету. Вот. А если я заговорил, а вы внимательно слушаете, значит есть. Если все отвернулись и уже закрыли, то не знаю, это лекция или что? Это какое? Это как это сейчас? А? Отрицание. Да, это какой-то протест. Протестные действия. Так. Ну вот. И вот, значит, ну вы не тоскуете по бытию? Так было хорошо учение о бытии, бытие. Так вот, поскольку отрицание существования – это вот что такое? Гегель так пишет, это замечательное высказывание. Это восстановленное через сущность бытия. Но оно существование, то есть вы уже не можете сказать, что оно бытие. Но оно же тоже уже, оно уже положительная категория, которая объявилась в какой? Сущности, которая вся отрицательная. И вот в этой отрицательной сфере появилось положительное. То есть какое? Получилось бытие в сфере сущности. Или вот, как Гегель точно говорит, восстановленное через сущность бытия. И мы проходили, как оно получилось. Вот в основание, а потом на нем основанное. А когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. И вот, казалось бы, когда все пропало у нас, и противоречие, так сказать, куда-то сложилось, и все это ветцугрунде в основании, так на этом основании есть сущность. Сущность предполагает, что если вы существуете, у вас есть основание, может, у вас есть семья, может, у вас дом есть, жилье, может, есть у вас жилье? Если нет жилья, то тяжело с существованием. Бытие, с бытием-то отлично все, можете в трамвае все время находиться.
Заходите в трамвай, катайтесь целый день. Вот. На вокзале, может, ночью на вокзале отдыхайте. Там, если вы не пьяные, вас никто не прогонит. Спросит, кто подойдет, вы как, что здесь делаете? Жду поезда. Да, не спросят какого. А? Спросят, какого вы сегодня будете спать. А вот я сам бы хотел знать, какого я поезда жду. Да, ну, я видел, как в Москве таких, так сказать, сидельцев. В Ленинграде такой сцены я не видел, но в Москве многократно видел, как подходит милиция и начинает этих резиновыми дубинками гонит. Хотя у нас такое было положение, если человек вот пришел в гостиницу и до 23 часов он там пробыл, его выгнать уже нельзя из нее, он там может оставаться. Ну, сейчас-то, конечно, выгонят, потому что черт его знает, он специально пришел, может, подорвет, взорвет и так далее. Другие времена, другие отношения, другой строй общественный. Так что существование – это бытие в сфере сущности, и раз это, а где тогда в этом существовании что-то должно быть тогда отрицание того, что наверху? Раз это бытие в сфере сущности, а где вторая эта сторона? Мы уже привыкли, что должно быть что-то отрицательное, если особенно в сфере сущности, а где это вот? То выражением чего является существование. Вот это выражением чего является существование называется законом. Закон – это вот на поверхности или то, что в глубине? Закон чего-нибудь. Закон, разве он прямо так вот выступает? Нет. Закон – это как вот течение глубоководное. В глубине есть, вот Гольфстрим течет, он все время в одну сторону. А наверху какие угодно могут быть течения, правильно? Которые вот существуют, вот вода по-другому, а в явлении не то же самое. То есть явление этого закона, а есть тождество, равенство с собой этого явления. Оно, это вот равенство с собой, равенство себе – это закон явления. Короче говоря, закон есть спокойное в явлении. Спокойные. Вот явление туда и сюда, и все бурлит и так далее, но есть спокойные. Вот можно сказать даже и про лекцию, вот скажем, я и про это, так сказать, говорю, и про это говорю, и про, но вы, наверное, так сказать, замечаете, что тут есть спокойное в этом вот, в этой речи, то, что мы переходим от более простых категорий ко все более сложным категориям. Причем более простые категории берутся из сферы сущности, и переходим мы тоже к категориям сферы сущности. Потому что не рассказывали, что никакая это не лекция, это просто вы берете одну простую категорию, переходите к другой, более сложной. Что тут все понятно? Что тут не понять? Не надо это изображать. А что такое лекция? А лекция, собственно, это и должна делать. Да, вопрос? Давайте мы вопросы, у нас есть специальное время. Там будут и вопросы, и выступления. Да, тем более, что у нас... Вот как раз созрело время для вопросов. Вопросы можно задавать и в перерыв, конечно. Перерыв сколько у нас? 10 минут. 10 минут перерыв. Да. Вопросы, кто хочет, может задавать. Перерыв. Вот теперь можно уже, видите как, вот теперь совсем другое. Я задал вопрос, а вы сразу по второму. Вот видите, я так и чувствовал, что у вас два. Вот дайте человеку вопрос, он сразу притащит второй. Так оно цепляется одно за другое. Ну, понятно, так цепляется. Вот я смотрю, что у вас там, говорит, у нас маленькая тележка, а сзади там вагон. Да, да, да. Вот кто-то из материалистов-философов, я где-то читал, такую фразу высказал, что кроме вещей и явлений в мире ничего нет. Вы сейчас ввели понятие, категорию закона. Закон – это явление или нет? Вот если вы смотрели когда-нибудь науку логики, там вот у меня открыто, я читаю лекции не по тексту. Текст я читал и многократно, а по оглавлению, поскольку я знаю, о чем идет речь. Но там написано «закон явления». Вы могли бы не спрашивать меня, а заглянуть в содержание. Там написано «закон явления», а вы их разделили. Закон отдельно, явление отдельно. Нету закона отдельно, явление отдельно. Есть закон, который является явлением, у которого есть закон. Пара. Ну, так это тождество получается. Нет, не тождество.
Вот. Потому что определение тождества более простое. Вам дает тождество, это все равно, что вы скажете, что я вот голый. Вы не голый, вы одеты сюда пришли. Так а в чем различие? Различие в том, что вы оделись. Нет. А так различия нет никакого. И законом. Я еще раз говорю, что вы, когда вы говорите о сказать, тождестве это более ранняя категория, более простая. А это что? А это более сложная категория. То есть явление и закон, они тождественны и различаются. Но этим вы ничего не сказали. На самом деле, дело не в том, что они тождественны и различаются. А здесь конкретно уже указано, чем они отличаются. Закон – это спокойное явление. Я вам уже сказал, чем отличается. Спокойное. А явление – все там бурлит. Вы об этом не сказали перед этим. Ну, я вам 10 раз повторяю. Спокойное, устойчивое нечто в явлении. Нет, не устойчивое, а спокойное, я сказал. Не надо прибавлять. Закон есть спокойное в явлении. Это вот формулировка гегелевская. Устойчивое вы прочитали в плохих книжках. Что устойчивое? Это не устойчивое, это устойчивое. При чем тут устойчивость? Второй вопрос. Можно? Да, можно. Есть такое выражение или фраза, вот люди все время говорят, с одной стороны, с другой стороны. Да. Как их понимать? Это связано. Как вы понимаете? Вот у вас, если с той стороны смотреть, с которой у вас стена, да. У вас ни рта, ни носа, ни глаз. Да. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны есть и нос, и рот. Откуда это берется? Это берется, так сказать, это от желания пофилософствовать, без философии. Да. То есть это такой вид глубокомысленных таких. С одной стороны, я человек. Вот. А с другой стороны, ничто человеческое мне не чуждо, не забрать ли мне с собой вот это здесь не нужно. Нет, ну так и в реальности эти стороны заприсутствуют, скажем, политика Путина. А вы знаете, что такое реальность? Вы что такое реальность? Знаете и не знаете. Чего вы, зачем употребляете? Действительность. А действительность тоже не знаете. Ну скажите. Это окружающий мир. Вот это да. О. А у вас книга есть «Наука логики» с собой? Вы смотрели там категорию? Михаил Васильевич, мы сейчас уйдем от моего вопроса. Обязательно уйдем. Мы сюда не трепаться пришли. Я и не собираюсь уходить от моего вопроса. Я тут читаю лекцию по определенной программе. И с учетом того, что это очень сложный материал, и из этого материала уходить на всякую билиберду, ни за что не буду уходить. Вот вопросы у меня могут по тому, что я излагаю сейчас. И это не потому, что я так делает любой лектор. А если вы мне скажете, а есть ли жизнь на Марсе? Ну, это я в этой лекции так, думаю, что не стоит на эту тему. Знаете анекдот про как две обезьяны, одна молодая, другая старая? Вот молодая спрашивает, а что такое условный рефлекс? Старая говорит, вот смотри, сейчас я нажму на эту педаль, загорится лампочка, и вот тот чувак в белом халате принесет мне банан. Это условный рефлекс. То есть, так сказать, я думаю, что это что-то полезное изучение. То есть, как этот внутренний мир проявляется, так сказать, не переходя, не выражаясь непосредственно в понятиях. Вот. То есть, он какие-то реакции, да? Человек нахмурился, там, улыбнулся. Это же не выражено ничем. Да? Никакими словами. Это тоже ходит раздраженный. Вот этот человек, у которого ребенок в аутизме, он же подвержен постоянному воздействию вот этой, так сказать, всей грусти и тоски, потому что, ну что ж делать, ничего ж не исправишь тут, не вылечишь. Поэтому. Но некоторые хотят, так сказать, свое незнание выражать как отрицание. Да, тогда вот, если мы не знаем, значит и не надо изучать и Маркса. Потому что если вы будете изучать, то вы как бы над ними поднялись. А если не будете, то вы и не поднялись, они вас убедили. А раз вы не поднялись, они психологи, а вы олухи. И все. И они вами могут командовать. Ну, я с ним перестал на эту тему разговаривать, потому что когда я ему сказал, может, диалектику изучить, а он говорит, да нафиг мне изучать. Да нафиг ему это диалектика, я согласен. Все. Нет, на нет, до свидания. И диалектика сказала, нафиг мне этот дурачок. Точно. В этом смысле, что диалектика еще и хороша тем, что она так, некоторые, которые не могут приподняться над таким слабым уровнем владения понятий, она или не приучена к такой систематической работе над собой, изучением того, что непонятно.
Потому что как может быть понятно? Только тогда, когда вы пытаетесь понять. Если вы не пытаетесь это понять, а как, какой способ не пытаться понять? Сказать, что и не надо пытаться. Ну и все тогда. Это умственная лень. Умственная лень. Внутреннее убеждение неизвестно. Да, умственная лень вот выражается в таком вот духе. Больше ничего. Ведь человек должен изучить это. Для чего? Для того, чтобы у него был научный такой язык, научный разговор. То есть, чтобы он был не в суе употреблял, как погремушки, разные понятия, а по содержанию и в связи. Вы, наверное, могли заметить, что вот пока вот шла у нас часовая лекция, я шел от одной категории более простой ко все более и более сложному. Да. Ну, вот так и надо идти. Но это не мое изобретение, это так делается в науке. Наука есть постоянно, это система знаний. А система знаний такая, что можно, как вот вы правильно говорили вначале, если это бытие, то в нем содержится все то, что потом получится. Это же от бытия идет. Но так надо, чтобы это было развернуто, а в бытии ничего не развернуто. Если мы не можем это разворачивать, то никакой науки у нас нет. Потому что от того, что я буду говорить «есть, есть, есть», захочется есть, и все. И больше ничего. Так, у нас кончилось, нет? Нет. Еще не кончилось? Нет. Ну, давайте тогда еще что-нибудь задавайте, любой вопрос. Но лучше по теме. Потому что если бы вот эти вопросы и так редко обсуждаются, поэтому уж когда у нас выделено время для обсуждения таких вопросов, жалко его терять на что-то другое. Что-то другое можно бы обсуждать с кем угодно и где угодно. Основанное. Основанное предполагает, что есть основание. Мы основание прошли? Основанное, значит, есть основание, есть основанное. А есть еще предпосылка или условие. Вы фундамент дома видели? Вот если сделать фундамент и дом не построить, это фундамент? Нет, это не фундамент. Это думали, что будет фундамент. А потом через 10 лет приехали, выковыривали это все, выбросили, сделали новый фундамент и быстро построили дом. Вот этот вот фундамент. То есть основанием этого дома действительно явился. А тот не был никаким основанием, а тот выброшенными деньгами стал. Никакой он поэтому не фундамент. Это предполагалось, думали, что может быть. Вот, основание. То есть если, скажем, человек хочет задать вопрос, то основанием для того, чтобы задать там, какой-то вопрос, значит, является предыдущее обучение. Тогда вот человек задает вопросы с учетом этого. По теме. Это уместно. Основа. А? Основа. А основа – это единство основания основанного. Поэтому, когда вы делаете ткань, то, наверное, вы знаете, делается основа, а потом уток так проходит в одну сторону, в другую сторону, и раз-раз, и получается ткань. Есть основа, уже есть основа для ткани, и потом уток. Даже если вы штопаете, тоже вы так делаете. Так, сначала так, 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 а потом на эту основу еще здесь. А? В музыке тоже. В музыке тоже. В гитаре это основа. Да. То есть основа предполагает и то, и другое. И основание, и основанное. И их единство. Потому что если у вас есть основание, и нет, и на нем ничего не основывается, то оно не основание. Если у вас основанное, а нет основания, тоже нету. А вот когда у вас есть и то, и другое, то вот в целом это основа. Почему основа? А потому что не последняя эта категория. Что есть основа, а дальше за основой-то какая? Какие категории? А за основой категория третьего раздела. Так, у нас... Можно продолжать? Теперь можно начать. Можно. Вот мы дошли до категории явления. Есть явление, а есть закон явления. Или просто закон. Закон – это спокойное явление. То есть пара. А где тут отрицание? Ну, потому что явление – это не закон. А где тождество? Ну, потому что в явлении проявляет себя закон. Правильно? Поэтому тут и тождество есть, и не тождество. И отрицание, то есть различие. То есть вы различаете закон явления и само явление? Различаем. Но как вы их различаете? А так, что вот это явление есть явление этого закона. А вот это закон, это спокойное движение явления. То есть все, так сказать, так вот болтается, брызги идут в разные стороны, а тут есть спокойное и устойчивое.
Но это в том случае, когда где-то в глубине явления, в глубине этого явления есть закон. А если не в глубине? А если у вас уже на самой поверхности есть то, что соответствует сущности? На самой поверхности. То есть оно закономерное, разве не только проявляется в глубине, никогда что закономерное не выходит наружу? Выходит. Вот если оно выходит наружу, то это что? Если закономерное выходит наружу, что бы вы сказали? Что бы вы сказали? Ничего бы не сказали. Но если закономерное выходит, вот то, что выходит в виде явления, но соответствует закону, это являющийся закон. Вот являющийся закон – это действительное. Вот действительный человек – это думает об обществе и о развитии его, и борется за развитие общества. А тот, который не думает и не борется, и тем более преступник, он не действительный человек. Человек, но не действительный. А еще разочек можно? Да. Являющийся, как вы сказали. А? Как вы сказали, являющийся является действительностью. Являющийся закон. Закон. Потому что закон – это спокойное явление. Вот если закон проявляется на поверхности, не только в глубине, а что это за закон, который ни в чем не проявляется? Он закон есть, он ни в чем не проявляется, поэтому он вроде не закон. Ну вот, наверное, тот, кто читал три тома «Капитала» Маркса, тот знает, что вот в первом томе рассматривается закон стоимости, как продажа. Закономерным является продажа по стоимости. А как вы думаете, при капитализме свободной конкуренции, что является закономерной основой цены? Стоимость? Нет? Закономерной основой цены является цена производства. А цена производства – это такая цена, которая получается как издержки производства плюс средняя прибыль. Неважно, чем вы занимаетесь, как капиталист, вы делаете носки, чулки, домны, так, химическое производство, выращиваете огурцы на равный капитал, равная прибыль. Если цены не будут этому соответствовать, то там, где меньше, чем такая же прибыль, там туда будут люди, оттуда будут люди уходить. Люди какие? Капиталисты, капиталы. И наоборот, там, где большая прибыль, в расчете на капитал, туда будут приходить. Поэтому вовсе не вокруг стоимости там строятся цены. Цены строятся вокруг цены производства. А цена производства – это не цена, а спокойное в явлении движения цен при капитализме. Цена производства. Ну, а монополистическая цена означает, что я плевать хотел на ваши эти цены производства. Если я имею там, захватил большую часть рынка, то я буду устанавливать цену так, чтобы у меня было преимущество, а у вас нет. Это уже дальше искажение, монополистическое искажение этого самого закона. Проявление этого же закона, но в монопольном таком виде. Ну вот мы с вами и добрались до действительности, собственно, а у нас как раз это и есть третий отдел, то есть задание, которое у нас стояло, пройти за 1 час учения о сущности, пройден, задача выполнена. Вот теперь я готов ответить на вопросы, какие? По тему, по пройденному материалу, желательно. Хотя, так сказать, допустимы любые другие вопросы, как мы установили, что поскольку у нас это Красный университет, и возникать могут любые вопросы в связи с вашей работой там, на предприятиях, и в связи с там, спортивной или политической работой, или с той экономической борьбой, или политической борьбой, то мы можем эти вопросы обсудить. Пожалуйста, кто хочет. Так, сначала постановить сюда, а потом уже будем все согласен. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Вопрос. Нечто развивается в себе, а число в самом себе. Чем отличается развитие в себе и в самом себе? Ну, если вы берете развитие в себе, то развитие в себе означает просто равенство с собой. А в самом себе означает внутреннее. Но тот же Гегель говорит, внутреннее – то же самое, что внешнее. В том смысле, что если вы говорите о внутреннем, значит, вы имеете в виду, что есть внешнее. То это та категория, которая в себе, в своем содержании,
содержит вот указание на внешность. А внешнее, значит, есть внутреннее. То есть это вот такое как бы разделение, которое их совсем отделяет одно от другого и делает грань непереходимым, неверно. Вот если, скажем, у вас точки на поверхности кожи, то каждая точка это характеризуется тем, что если возьмете маленький-маленький шарик на этой точке, в этот шарик попадет часть вашего ткани и обязательно воздуха. А если у вас только ткань, значит, это не на поверхности, не на коже, значит, уже подкожная. Поэтому в себе это равенство с собой, больше ничего. Вы сейчас в себе или не в себе? В себе. А что значит в себе? Ну, что, все нормально с человеком, не заболел, с ума не сошел. Больше ничего. В себе выйти. Вот в себе это просто равенство с собой. А в самом себе, значит, вы указываете на внутреннее. То есть хотите сказать, что есть внешнее, и отрицаете это внешнее. Вот и в этом разница. Это относится к этой вот как раз к этим темам. Они здесь разбираются. Внутренние и внешние. Так. Во время становления социализма в СССР победил момент прихождения. Почему в США не проявляются два момента в полной мере? Почему закон становления работает только против соцстран? Насчет такого закона становления не знаю. Откуда вы взяли закон становления? Когда мы разбирали тему становления, не было закона. А когда мы вот здесь берем закон, здесь нет никакого становления. Не надо выдумывать то, чего нет в науке. Поэтому если вас интересует США, то в США закон действует капиталистического развития. И что вас это удивляет? Они во всех странах капиталистических действуют все законы. И закон стоимости, и закон прибавочной стоимости там действует. А становление как закон, никто его не выставлял, оно не является законом, потому что о законе можно говорить как о законе способа производства. А когда речь идет о становлении, это что такое? Это тут все переходное. У вас одно, так сказать, завершается, его разрушают, один, скажем, способ производства, а другой появляется и становится господствующим. Поэтому период становления – это период уничтожения одних законов и создания других. Или создание условий для их действия. Потому что для того, чтобы действовали законы социализма, надо иметь общественную собственность. Для того, чтобы действовали законы капитализма, надо иметь частно-капиталистическую собственность. А переходный период у вас и то, и другое есть. Вот в России было 5 укладов. Еще остатки были от предыдущих формаций. Поэтому вот так. На самом деле. Михаил Васильевич, нужен ли нашей стране такой огромный фонд благосостояния? Не пора ли предложить международным партнерам поработать у нас за их фантики? Наши международные партнеры только и делают, что у нас работают. Раньше они даже у нас на военных заводах сидели, и флажки были американские, и контролировали военное производство. Если у нас уже наши партнеры имеют собственность на нашей электростанции в Сибири, и наши эти самые партнеры, как выражается товарищ, который так, как это позитивно это представляет, они, между прочим, забрали уже алюминий. И вот этот у Дерипаски, который был алюминий, он теперь иностранный. То есть предприятие по добыче нашего богатства, нашего алюминия, из которого делают, между прочим, самолеты, они американские. Вам кажется, что это еще мало? Надо еще прибавить, чтобы они поработали над нами. Уже поработали. Юрий Ефимов делает замечание к вашему высказыванию. Маркс называл отрицание гибелью, а вы называете отрицание развитием. Вы прямо противоположны Марксу? Я прямо противоположен вам. Потому что Маркс никогда не называл отрицание гибелью, а я никогда не называл становление развитием. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вы все перепутали. Просьба, профессор, несколько слов поддержки младшим медицинским сестрам Коломенского перинатального центра, объявившим голодовку протеста из-за невыносимых условий труда. Значит, мы не только поддерживаем, конечно, вот, коллективные действия в защиту своих интересов, но очень советуем их выразить не просто в виде протеста, потому что это одно отрицание. Нам плохо. А что должно быть сделано хорошо, вы подумайте. И выставьте соответствующие требования. Требования должны быть коллективные. Если эти требования поддерживают больше половины коллектива, вы встраиваетесь в закон
который установлен трудовым кодексом. Вы вправе вести коллективные трудовые споры, переговоры и так далее. А если этого большинства у вас нет, значит, надо еще поработать. Потому что в современной буржуазной России на голодающих может быть, так сказать, положен, так сказать, и другой взгляд. Так сказать, богатые не очень воспринимают бедных и голодающих. Вы умрете, ну, значит, а вы, значит, не успешный. А они успешные. Поэтому надо искать другие, более активные и результативные формы борьбы. Вот, скажем, у нас есть товарищ в профсоюзе действия, и он в Рабочей партии России, товарищ Бобинов. Значит, он, и к нему можно обратиться. Нужно, так сказать, подниматься до создания своего проекта коллективного договора и свои усилия, в том числе, может быть, и в виде голодовки даже, направлять в таком духе, чтобы вы добивались вот этих требований. Скажем, я видел, как голодают авиадиспетчеры. Они с помощью своих голодовок добились того, чего другие добиваются забастовками. А потому что авиадиспетчерам забастовки запрещены. Вот. Но голодать вы не запрещены. Но они так вот не сидели просто и голодали. Они, значит, голодали, а потом перед работой они должны обязательно идти к врачу. Врач, поскольку человек голодал, он фиксирует, что у него состояние, в котором он не может допустить к полетам. И закрылась, так сказать, большая часть воздушного движения России. И тогда госкорпорация по организации воздушного движения пошла на попятную и стала выполнять требования. Но, значит, в условиях было договоренности между авиадиспетчерами и госкорпорацией, что они никого не будут судить, и не будут, так сказать, соответственно, применять никакие меры. Однако в двух городах, в Новосибирске и еще в одном городе, привлекли все-таки диспетчеров к суду и запретили судом этим авиадиспетчерам, там несколько десятков человек, голодать. Товарищ Ковалев, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров, выступил с интервью и сказал, ну что делать, значит, раз люди не соблюдают договоренности, уж была договоренность, чтобы не, так сказать, не привлекать к суду, значит, вот эти мы будем голодать, вот кроме вот этих новосибирских авиадиспетчеров, а все остальные авиадиспетчеры будут переедать. И я вам гарантирую, результат будет тот же самый. Съел человек два торта, авиадиспетчер, перед тем, как идти на работу, идет к врачу. И он смотрит на него показатели туда-сюда. И точно так же, так сказать, закрывается движение России. У авиадиспетчеров еще была одна такая форма. Они очень изобретательные были. Я призываю во всех случаях думать о том, какие меры тут надо принять, чтобы добиться своих требований. Если у вас нет требований, это все бесполезно. Но если есть требования, а требования всегда у диспетчеров были определенные, они поэтому продвигались вперед. Вот они устроили бесконечное профсоюзное собрание. Вот считайте, что мы сейчас члены профсоюза, да? Вот есть телефон, вот позвоните домой, что завтра придете. А может и завтра не придете. Так что если иду, пусть принесут сюда. И все. И вот так в Ростове-на-Дону авиадиспетчеры по окончании своей работы идут в зал, где пассажиры, и там себе проводят бесконечное профсоюзное собрание. Есть ограничение в проведении собрания? Сколько часов оно должно быть? А сколько хотим? Вот оно идет. Ну и таким образом, и вот с этого места они идут туда. И, конечно, туда приходят журналисты, тут все спрашивают, а что происходит, публичность. Это очень не нравилось администрации. Администрация решила тогда, ростовская администрация, которую потом все-таки удалось им снять, их администрация госкорпорации по организации воздушного движения, она решила, сказать, в суд подать. Дескать, вот они тут сидят до вечера, они утомляются, поэтому это риск для безопасности пассажиров. И суд принял решение запретить проводить профсоюзное собрание с 23 до 8 утра. После заседания суда на следующий день приходит администрация, в 8 часов уже начинается собрание профсоюзное, и до 23 часов.
И завтра также. С 8 до 7. И выиграли они, конечно, добились своего и сняли этого самого руководителя по организации воздушного движения. Там генерал был. То есть, если люди не только протестуют, дескать, я туда не пойду, а вы скажите, куда вы пойдете, то есть, что вы хотите. Вот это вот, что вы хотите, должно быть продумано, и оно должно быть вполне реально, вполне осуществимо и соответствовать закону. А по закону требования в коллективный договор могут включаться только такие условия, которые лучше, чем в законе, а которые хуже, не надо включать. Вот и все. Очень хорошие требования. Читайте закон о коллективных договорах. Вопрос от небезызвестного всем Григория Бобинова. Есть такой человек хороший. Как раз упоминали, потому что я лёг на камень. Да. Михаил Васильевич, когда на съезде Клика Хрущева закрепила на бумаге отказ от диктатуры пролетариата, сама диктатура пролетариата была или нет? Произошло снятие? Диктатура пролетариата бывает сильная, бывает слабая. Значит, разложение диктатуры пролетариата уже шло. Ее ухудшение, ее ослабление диктатуры пролетариата. Ведь прежде чем такой тезис появился на съезде, надо было громить уже партию. А как ее? Мы знаем, как ее громили. Громили Сталина, так сказать, говорили, что это разоблачение. Я тут недавно выступал на Лен.ру, уже это все опубликовано. Там, значит, рассматривалась книжка Говарда Ферра «Антисталинская подлость». В этой книжке разобраны все положения хрущевского доклада и показано, что все они ложные. Все они ложь и обман. Но этот ложь и обман был брошен, так сказать, и в зал заседания съезда, никому этот доклад был закрытый, никому текст не давали. Представители других партий коммунистических, которые были, приехали, им вручили, они уехали, и там за границей текст доклада этот появился. А для наших людей он стал доступен только в горбачевские времена, когда появился такой журнал «Известия ЦК КПСС», и там было опубликовано в одном из номеров «Известия ЦК КПСС» этот журнал, этот доклад. То есть вот можно сказать, что борьба, так сказать, с культом личности, так называемая, это борьба против диктатуры пролетариата. Но одно дело подготовка, одно дело, так сказать, ослабление диктатуры пролетариата, а другое дело уже ее и формальное закрепление. То есть, если диктатура пролетариата убирается, значит, вот мы возвращаемся к тому, о чем мы вначале говорили, значит, не должно быть упорной борьбы, ни военной, ни хозяйственной, ни педагогической, ни администраторской, против сил и традиций старого общества. А если не бороться с силами и традициями старого общества, вы договоритесь, чтобы силы и традиции старого общества с вами не боролись. Они такой договор не подписывали и такого себе в программу партии не включали, эти силы и традиции старого общества. У них это не в чести. Поэтому это одностороннее, так сказать, называется втыкание своего оружия в землю, и это добровольная сдача на милость противника. Ну, противник все и забрал. Ничего удивительного в этом нет. Поэтому, конечно, шаги тут делались в этом направлении. Да, чтобы расшатать, чтобы вырвать зуб, надо его расшатать, а потом дернуть. Но этот вот сам факт, когда каждый член партии обязан тогда был выполнять решение съезда. То есть прекратить борьбу с теми явлениями, которые ведут к социализму. И значительная часть, большинство и прекратила. А значительная часть и не прекратила. И поэтому с того времени продолжается, так сказать, коммунистическое движение в России. И оно и держится поэтому, что оно не сейчас родилось. Например, когда было КПСС закрыто Ельцином, вернее, закрыты были парторганизации на предприятиях, через два месяца в Свердловске мы собрали съезд и учредили Российскую коммунистическую рабочую партию. Только один месяц, считай, не было у нас коммунистической партии в России. А через два года, значит, та часть партии, которая нацелена была очень последовательно на диктатуру пролетариата, преобразовалась в Рабочую партию России, и вот с этого времени у нас эта партия существует. И поэтому у нас такой нет ситуации, как в некоторых других
республиках или государствах, где преследуют за коммунистическую деятельность. У нас коммунистическая деятельность может вестись свободно. И в Конституции у нас что записано? Что у нас нет господствующей идеологии. Поскольку мы вот с вами работаем над тем, чтобы господствующая идеология была, это коммунистическая идеология. У нас для этого есть Красный университет, никаких ограничений в его работе нет. И не может быть, потому что нет господствующей идеологии, поэтому нельзя, так сказать, по закону запрещать пропаганду коммунистической идеологии. Вот мы, руководствуясь этим положением закона, действуем. Причем это в Конституции записано, а Конституция правилась, но этот пункт не подлежал исправлениям каких-либо, он сохранился. Поэтому если кто-то не борется за коммунизм, ну это он просто не хочет, а никто вам не мешает, боритесь, пожалуйста. Но если вы не боретесь, так его и не будет. Светлое будущее человечества само не приходит, его приводить надо. Так? Так. И Григорий Буминов еще просит пару слов о сущности социализма. Что основание в социализме? Так сущность или основание? Вот тут Буминов показывает не такую недостаточную четкость. Все-таки сущность – это социализм. Что такое сущность? Это отрицание бытия. То есть надо не поверхность брать, не красные знамена. Например, красные знамена и Ельцин оставил, потому что знамена боевых частей красные. И иногда вы видите на праздниках и трамвайчики с красненькими флажками ездят. Поэтому не в этом сущность, если вот это проявляется в каких-то или внешних данностях. Вот, например, у нас есть мавзолей, туда экскурсии ходят и так далее. Вот. И если вы думаете, что, так сказать, в этом сущность, нет, конечно. А вот людей, которые читают Ленина, наверное, меньше, чем ходят к Ленину посмотреть, как выглядит усопший вождь. Поэтому как-то не надо изображать, что нам так все тут плохо, там нам не дают, кого вы не берете. А кто берет, тот и, так сказать, и действует. Вот. А так что сущность это одно. А значит, что касается основания, основанием всегда являлось производство. Раз у нас основание производства, значит, для того, чтобы получить другой способ производства, прежде всего надо организовать рабочих, крупных заводских коллективов. Вот это и будет основание социализма. Нет этого основания, не организованы, а не просто иметь партию. Но если эта партия, так сказать, не базируется на организации рабочих, не связана с рабочими, но нельзя создать советскую власть. Советская власть была бы создана при капитализме или при социализме? Или в переходный период? А? При капитализме. В чем дело? Вот, например, первый съезд Советов проходил на кадетской линии, она сейчас называется кадетская, потом была съездовская она долгое время, потом опять ее переименовали, сейчас это относится к собственности университета, а так это была собственность Академии тыла и транспорта. Ну, Ленин там один был, и когда представитель Церетели меньшевистской партии заявил, что нету такой партии, которая могла бы взять власть, Ленин сказал, есть такая партия, но он был один там. И первый съезд Советов, несмотря на то, что Советы были, они не были большевизированы. Поэтому думать, что Советы панацея, нельзя. Без панацеи в советскую власть трудно установить и осуществлять. Но Советы должны быть связаны с партией рабочего класса. Вот тогда вот это соединение дает возможность осуществлять диктатуру рабочего класса. Нет у вас партий, а есть только Советы, ну и будут они, так сказать, пристегнуты к буржуазному парламенту, как они и были пристегнуты. Поэтому тут как-то, так сказать, думать, что это вот самоцель создания. Нет, это не самоцель, это средство, это форма организации власти рабочего класса. Но без партии рабочего класса ее невозможно сделать. Точно так же, как во всех буржуазных странах современных, есть буржуазные партии. Или они делятся на разные фракции и имитируют борьбу друг с другом. Не нравится вам за республиканскую, говорите, голосуйте тогда за демократическую. Не нравится за демократическую, голосуйте за республиканскую. А когда была война севера против юга, какая партия возглавляла рабовладельцев юга, то скажут товарищи здесь присутствующие. Демократы. Демократы были партии, которые, вот демократы были, возглавляли рабовладельцев. А республиканцы, они представляли капиталистов севера, которые воевали с этими демократами.
Ну а сейчас вам не нравится, надоело голосовать за демократов, вы голосуйте за республиканцев. Вам надоело за Единую Россию, ну за справедливую проголосуйте. Надоело за справедливую. Вон есть ЛДПР, смотрите как он даже по 500 рублей раздает иногда. Ну, не часто. У них еще даже лучше есть, чем да. Хвалятся, прибирают. Да. А если вам нравится красивое название, можете за КПРФ, там они диктатуру Петра выбросили, поэтому ничего там коммунистического нет, но зато они могут миллиардера предложить президенты. Красивая коммунистическая партия, которая может предложить миллиардера. Говорит, у нас совхозы есть. Ну как могут быть совхозы при капитализме? Советские хозяйства означают принадлежащие к советскому государству. А если у вас 500 человек там, или 250, тем более, что... Вот, а название какое хотите? Хотите колхоз можете назвать, хотите совхоз, хотите имени Ленина, Сталина, Хрущева и Димитрова назвать. Это если вы возьмете гражданский кодекс, название ООО или акционерного общества может быть любое. Поэтому вот, так сказать, так наивно, наивные люди верят, что если люди так говорят, совхоз имени Ленина, там никакого имени Ленина нету, в том смысле, что люди там добывают деньги, и деньги в том числе переправляют за границу, в том числе в виде золота, как обнаружила Генеральная прокуратура, когда рассматривала вопрос о том, что там с деньгами гражданина Грудинина за границей. Гражданин Грудинин, и это я видел в его интервью, потом, когда он рассорился со своей женой и стали свою собственность делить, он обратился к трудящимся с просьбой собрать ему миллиард. Вы сдали на миллиард, Грудинин? Нет? Значит, вы против коммунизма. И хватает у людей совести выступать вот с этим. Еще есть вопросы какие? Пока все. Самый лучший вопрос. А вот вопрос у меня, как можно философский вопрос в смысле человеческой жизни, как он трактуется или проясняется через призму марксистской? Да? У нас все записывается, поэтому вы должны говорить громко. Да, или выходить. Повторю вопрос, а как трактуется смысл жизни, как философский вопрос, через марксистскую доктрину вообще. И вся эта наша жизнь есть борьба. Но за что борьба? Борьба за деградацию или борьба за развитие человечества? За развитие, вот. И надо понимать, что, сказать, конечно, смысл не в бездействии, что я жду, когда мне принесут сладкое, вкусное, полезное, нужное и доброе, а человек как должен быть действующим человеком, и смысл жизни, он вытекает из сущности человека. А в чем сущность человека? Что он животное? Какое? Общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Развивайте свой разум. Вот. Как общественный человек он должен бороться за развитие общества, правильно? Как говорящий он должен не лепить, что попало, а так сказать, руководствоваться тем, что дано современной наукой и что является результатом развития человечества. Мы же живем не таким образом, что мы получаем только от своих родителей. Мы получаем от всего человечества. Вот тот, кто живет в наше время, он является носителем всего того богатства, которое накоплено изначально от первобытного общинного строя и до нашего времени. И в технике, и в науке, и в производстве, и так далее. Смысл в этом. А вы в чем видите смысл? А вот, говорит, найти бутылочку, присесть и поговорить. Да вот некоторые присядут, а поскольку сейчас капитализм, и продают паленую водку, присели, а уже и не встали. Совсем недавно еще 13 человек погибло. Вот таких бы надо было расстрелять, приговорить к смертной казни, но у нас считают, что не надо тех, кто убивает людей, так сильно наказывать. Их все равно уже нету тех людей. А этот живет еще, подлец. Давайте лучше будем мы ему по 30 тысяч долларов потратим на то, чтобы он пожизненно на островах на севере там жил, чтобы его охраняли и обеспечивали его жизнь, и многие будут, так сказать, обслуживать этих гадов. У нас товарищ на кафедре был, который заслуженным деятелем науки является, он говорил, что эти люди поставили себя вне человеческого общества, потому что даже в животном мире
Ну, понятное дело, что волк не будет морковку есть, он съест какую-нибудь живность. Но если и только для того, чтобы удовлетворить свое стремление насытиться. А чтобы просто так вот напал и загрыз, этого нет. Это только вот бывают дикие какие-нибудь, как лисы бывают, бешеные. Вот это как вот таких бешеных, поэтому необходимо восстановить смертную казнь. Иначе мы будем... Дескать, вот если второй раз педофил совершит свое преступление, тогда мы его... Так может, на второй раз он умрет, человек. Мы еще считаем второй раз. Поэтому общество должно решительно расправляться с теми, кто такие вещи делает. А как вы можете чувствовать себя счастливо, если вы не знаете, ваши дети пошли в школу, а может там взорвут? Или неужели спасут вот эти самые загородки? Ну вот сейчас продаются складные лесенки. Через каждую загородку взять, купить эту складную лесенку и перескочить через нее ничего не стоит. И оружие, так сказать, вот, пожалуйста, там легко можно оформить и получите там какое-то оружие. Пусть не самое. И есть всякие горячие точки, где можно его получить. Поэтому никакие загородки от этого не спасут. А вот то, что на 5 дней передвинули пенсионный возраст, означает, что вот если раньше бабушки и дедушки ходили за своими внуками в школу, то теперь неизвестно, как будет этот вот сын или дочь добираться из школы, потому что а время у нас не сокращается рабочее у родителей, а наоборот, стараются дать сверхурочно еще поработать. И дети становятся беспризорными, а потом удивляются, что с ними бывают всякие приключения. Так. Как в нашей с вами деятельности находить баланс между семьей и борьбой за интересы пролетариата? Члены семьи не всегда поддерживают. Что важнее? Правильнее? Я думаю, так вопрос нельзя ставить. Что важнее? Если вы так скажете, что важнее, у вас жена уйдет. Я думаю, что баланс вы должны сами находить. Баланс должен состоять в том, что в зависимости от ситуации в семье, а ситуация бывает разная, от количества детей. Вы же не пишете, у вас 4 человека или 1. И независимо не говорите о том, что ему 16 лет или 5, или там они совсем маленькие. То есть баланс надо устанавливать в зависимости от той ситуации, которая складывается в семье, на работе и в обществе. Но то, что человек в той или иной мере, в зависимости от твоих возможностей, должен участвовать в борьбе за общее дело, я думаю, это соответствует сущности. Пусть все помогают общему делу. Кто? Ну как бывает вообще в мире, как на Руси? Кто чем может? Кто чем может, тот и помогает. Я, кстати, вот хочу поблагодарить всех товарищей, которые помогают фонду Рабочей Академии. Потому что если бы не ваша помощь, мы бы не могли выпускать газету, мы не могли бы, значит, иметь канал. То же самое, я думаю, что и, можно сказать, и Ленару. Ленару потому и существует, что есть многие очень люди, которые помогают и отрывают. Мы это все не богатые люди. Это люди, которые есть на что потратить, но они считают необходимым. Если даже они не могут ничем, ну, каким-то действием своим, то они, по крайней мере, пришлют. Вот и все. Я, так сказать, иногда, так сказать, вижу, какие присылают, мы вывешиваем соответствующие, так сказать, сообщения на сайте Московского отделения фонда рабочих. Там написано: «На рабочее движение, спасибо вам» и так далее. Но не думаю, что у нас такие люди богатые, чтобы просто сорили. Они поддерживают то, что считают правильным и нужным. А эта поддержка для нас, ну, некоторые критерии, что мы правильной дорогой идем. Потому что народ просто так помогать плохому делу не будет. Так, что такое инобытие и качественное инобытие? Если качество другое стало, то это я... качественное инобытие. А инобытие от слова иное. Иное, знаете, что такое? Есть нечто, а есть иное. А есть иное иного. А иное иного есть иное. И вот тогда, когда вы до этого доберетесь, там, в соответствующем разделе, в наличном бытии, в нечто, в разделе нечто, вы поймете, что, ну, хоть иное присутствует вместе с нечто. И не бывает только нечто, а всегда нечто переходит в иное. И раз вы что-то берете,
то инобытие – это то, что является другой стороной, иным по отношению. Если что-то вы берете за нечто, то есть инобытие. Вот это и есть. Это вот так они связаны между собой. Нечто и иное. А иное – это другое бытие, иное. Инобытие. Юрий Ефимов задал вопрос по поводу гибели. Вы сказали, у Маркса такого нет. Так вот он нашел. Чего гибели? Ну, он вопрос задавал, помните, что... Сейчас я найду этот вопрос, чтобы было понятнее. Маркс называет отрицание гибелью, а вы называете отрицание развитием. Вы прямо противоположны Марксу. Вы сказали, у Маркса такого нет. Он нашел и пишет. Послесловие Маркса ко второму изданию «Капитала», кавычки. Диалектика включает в то же время понимание его отрицания, то есть его необходимость, необходимой гибели. А вы заявляете, что Маркс так не говорил. Прошу. Ну он же там у вас, вот в вашем высказывании, сначала идет отрицание, а только потом гибели как сравнение для тех, кто не понял. А я не из тех, которые не понял, я кое-что понял. У вас там, посмотрите, сначала идет отрицание, представьте. Диалектика включает в то же время понимание его отрицания. Все, точка. Его... Вот, стоп. Вот отрицание есть. А вот это вот отрицание потом можно назвать гибелью. Если вы говорите об уничтожении чего-то неверного, ненужного, отрицательного и так далее. Ну вот и все. А вы вырвали именно гибель, а отрицание вы не взяли. Вам диалектическая категория не нравится. Вам нравится категория гибель. Потому что это некое сравнение, когда есть что-то живое, и оно умирает. То есть это образ. Вы берете из Маркса не то, что является, значит, научным положением, а то, что является сравнением. Так можно вот, выбрать все, как говорится, вершки у Маркса и никаким марксистом не стать. Потому что сравнений у Маркса очень много. Он и книжки писал, и выступал, и журнал в свое время редактировал, поэтому там он вполне владеет литературным словом. И Энгельс тоже. То есть это гибель, это получается образная, да? А? Образная своего рода. Да. Ну гибнет. Гибнет это по отношению к живому. А если это речь не о живом, то как, о каком это гибели может? Можно сказать гибель эскадры, только потому что на ней люди. А если это у вас... все автоматы, и она погибла. Погибли эти автоматы, вы скажете, что они погибли? Нет. Вот если два человека там было, и они погибли вместе с этими автоматами, это будет гибель. А так нет. Тем более переводы. Значит, я могу вам сказать, что, скажем, у нас есть перевод «Капитал», не очень хороший, в котором говорится, о рабочем классе, что вот есть совокупный рабочий, такая категория. И в этот совокупный рабочий включаются инженеры, техники, начальники участков и так далее. То есть весь персонал, который организует производство. И вот на этом основании некоторые деятели, ревизионисты, они утверждают, что надо всех вот этих инженеров и руководителей, всех включать в состав рабочего класса. Но есть... Это на самом деле у нас неправильный перевод, потому что есть авторизованный перевод на французский язык, авторизованный, то есть дочь Маркса, Лаура, вышла замуж за Лафарга, и они сделали французский перевод «Капитала», авторизованный, то есть Маркс его с ним ознакомился. Так вот, в немецком издании «Рабочий и работник» выражается одним словом. А во французском рабочий «урир», а работник «травойе». Поэтому у Маркса везде речь идет о совокупном работнике, и ни о каком совокупном рабочем у него нет. Перевод неверный. Или там некоторые пишут, что вот Маркс писал о том, что наука становится непосредственной производительной силой. Писал? Писал. А что он писал? Находим это единственное место, говорится, воплощаясь в основном капитале. То есть, когда наука превращается в средство производства, в основной капитал – это средство производства, наука становится непосредственной производительной силой. То есть, не сама по себе, а воплощаясь в основном капитале. Это они опускают и цитируют. То есть, таких вот людей, которые хотят приспособить Маркса для, так сказать, выражения антимарксистских идей, очень много. И вот товарищ, который задает, ну, тот как-то... к этому вот причастен. Хотя, может быть, он сомневается. Поэтому он задает вопросы, чтобы разобраться. Вопрос еще. В одном из интервью Олег
Комолов давал интервью журналисту Антону Красовскому, по-моему. Вот. Красовский спрашивает его, что же делать, ну, в связи с самой ситуацией, что люди живут при капитализме, они там рассуждают об этом. И Комолов говорит, что нужно начинать, то есть дословно, с общественного сознания. Ну, вообще Комолов себя марксистом заявляет, что он марксистский взгляд. То есть насколько корректно его это высказывание, что начинать нужно с общественного сознания, исходя из марксистского? Да, вполне корректно. Начинать, конечно, надо с того, чтобы подумать. А вы что, не подумав, начнете броситесь куда-нибудь? То есть вы же хотите определить, что вы собираетесь делать, правильно? Это относится к чему? К общественному сознанию. А вы хотите начать с дела, а как можно начать с дела, не обдумав? Или давайте думать не будем, а просто бунтовать будем. Так? Нет, что является, если начать? С чего начать надо? Конечно, с общественного сознания. Вот Красный университет, это вот как раз, считайте, что это вот то самое начало, которое постоянным началом является. Поскольку сюда приходят новые люди, новые потоки, у нас это 10-й поток, уже 10 лет, и все больше и больше расширяется число людей, которые знают, с чего надо начинать. Вот а если они не знают, с чего надо начинать, то они ничего и не сделают в обществе. Ну это, так сказать, вопрос. Общество же сложный организм. Если вы не знаете, что тут можно сделать, и как нужно это делать, и на каких позициях стоять, и какие рычаги использовать, и можно ли это сделать без партии, там, без советов в перспективе и так далее. Ну тогда у вас ничего не получится, будет только вот ходить с красными знаменами, ничего не надо. Древко нужно и красный материал. Или вот как у КПРФ, шарфы, на них написано «народовластие». Если написано «народовластие», это как все равно, что написано «мы враги диктатуры пролетариата». Потому что это не народовластие, это власть рабочего класса, диктатура рабочего класса. Так что, ну он же сказал, с чего начинать, да с чего хотите начинайте, только вы приплывите к нужному берегу. А Комолов, по-моему, еще не приплыл. Дело же не в начале. Вот начали вы с неправильно, а потом переделали. И сделали правильно. И что плохого? Потому что всякое движение вперед предполагает некоторый пересмотр того, что сделали, исправление. У вас не бывает, что вы начали писать, а потом видите ошибку, и вы что сделаете? Исправите или дальше пойдете? Я бы исправил. Поэтому вот как-то это все попытка найти такой коротенький рецепт, чтобы сразу вот, как будто важно, с чего будете начинать. Да хоть с чего. Начните с того, что зарядку по утрам делаете, чтобы потом, так сказать, не был заспанным целый день. Или пойдите поешьте, чтобы потом не думать только о еде. Поэтому что значит, что за идея, с чего начинать? А что делать не надо? Вот, например, у нас писали люди более грамотные, что делать, а не с чего начинать. И Чернышевский писал, и Ленин писал. Это нам не нравится Комолову, ему нравится, с чего начинать. Давайте вот лекцию, вот, сказать, я пришел, принес книгу и решил, с чего начинать. С чего я начал? Все, с чем мы кончили? Я начал с учения о бытии. Вас это интересует? Да, начну с учения о бытии. И все? Это все? Или вот, а зачем мы тогда это 2 часа это все продолжали? Потому что важно не что вы только начали, а начало, это начало предполагает, что будет движение вперед. Без движения вперед это не начало. Начало, которое является единственным, что рассматривается, не начало, а это и конец. Так, все у нас? Следующий вопрос. Последний вопрос. Термин «прекариат» – это современный или Маркс его тоже? Все термины, которые используются, современные. То есть пролетариат – это слово, которое используется… Прекариат. Что? Прекариат. Прекариат. То есть это не постоянные работники, они то тут, то там, то сям. У них несколько профессий, они тут поработали, там поработали. Ну, не термин, привязанные ни к чему. Ну, термин современный и что? Ну, я просто говорю, современный он или тогда что? Современный, он новый раньше. Пролетариат – старый термин, а прекариат – новый. И что? Это, так сказать, это значит, что это люди, которые перемещаются в зависимости от чего? В зависимости от нужд своих хозяев. Поэтому, которые своей, так сказать, такой вот, ну, даже профессии постоянно не имеют, а они на подхвате. Чего хорошего в этом? Есть люди, которые там за 10, за 20 лет становятся, ну, прекрасными специалистами в своей области.
А здесь, а тут в чем специалист? Ну вот люди там на велосипедах ездят и разводят разную еду. И что? Они в чем будут специалисты? В велосипедах? Им что нужно делать? Привезти, заплатить деньги, забрать у тех, кому привезли, и это отдать то, что в коробе. Они туда в короб не ставят, и деньги они отсюда не получают. Деньги им выдают отдельно. Все. Они велосипедисты, рикши они. Но только не людей возят, а еще хуже. Хоть людей как-то важные люди, а это просто какую-то кашу возят, то все. А почему? Ну вот сейчас оправдание ковид, дескать. Вот они ездят, так вот меньше ходят людей в магазин. А так, не думаю, что у нас рабочие заказывают этих себе велосипедистов. Запаздывают, это вся публика такая мелкобуржуазная себе вызывает. Я понимаю, что какая-то может быть больная, но достаточно, имеющая достаточные средства. Да. Женщина, так сказать, она заказала и больная. Ну, ей привезли, это понятно, хорошо. Но тоже мы уже знаем случаи, когда привезли, а по дороге положили туда отраву, люди умерли. То вы сами покупаете. Вот вы хотите, чтобы кто-то там вам вез еду? Я лучше ее куплю и сам проверю. Так что это все, так сказать, как-то жалко на них смотреть, особенно зимой. Ну какое велосипедное катание сейчас? Посмотрите, что творится в городе. Это ужас, так сказать, у людей. И ради еды вот этих людей, которым не в состоянии сварить или не в состоянии дойти до магазина сами, они, может, сидят там и гуляют. Кормушки развели по городу почти. Да. Бомжи и инвалиды пасутся там. Да. Спасибо, товарищи, за внимание. Советую всем глубоко изучить учение о сущности. Это даст вам возможность вот дойти до действительности, а действительность позволит вам перейти к учению о понятии. А если человек понятия не имеет, то тяжело ему жить. Так что не будем останавливаться на достигнутом. Следующая лекция у нас будет как раз посвящена учению о понятии. Спасибо. Спасибо, до свидания.